Сегодня нам предстоит угнать очень крутые тачки, но для этого нужно быть безумно ловким. Давай проверим и твою ловкость, призрак. Если успеешь поставить лайк под этим роликом за 3 секунды, то ты безумно ловкий. Поехали! С возвращением в GTA 5, друзья, с вами, как всегда, я, Гост, и сегодня нам предстоит украсть все машины Человека-паука. И перед тем, как мы приступим, обязательно, ребята, проверьте, прожали ли вы лайк, потому что следующий ролик, где мы украдем машины Железного Человека, выйдет, как только под этим роликом наберется 5000 лайков, поэтому жми на лайк прямо сейчас. Конечно же, подписывайся на канал, если ты еще не в семье призраков, и обязательно нажимай на колокольчик, чтобы смотреть все ролики самым-самым первым. Ну что ж, ребята, сегодня мы с вами будем увозить все машины Человека Паука вот на такой огромной фуре с прицепом специально для машин. Мы загрузим все его тачки вот сюда и уедем, ребята, далеко-далеко. Но для начала нам нужно будет доехать до дома нашего Человека-паука, посмотреть вообще, в какой вилле он проживает. Сразу же, ребята, скажу, что это очень богатый дом, который находится прямо в центре Лос-Сантоса. И, кстати, ребята, всем, как всегда, желаю приятного аппетита. Если вы сейчас кушаете или попиваете чайчик, рассказывайте, как у вас там дела и чем вы занимаетесь на каникулах. Что у вас нового? Рассказывайте, какую последнюю игру проходили на каникулах. Вот я сейчас в основном играю в мобилке. Не знаю, что-то они мне сейчас в последнее время сильно заходят. Ну, а вы что проходили, пишите в комментариях. Мы, кстати, с вами уже приехали к дому Человека-паука. Сейчас нужно будет нам с вами вот этот аккуратненько развернуться. И вот, ребята, посмотрите. Здоровая вилла. Только сейчас нам нужно будет с вами дождаться ночи. Потому что ночью Человек-паук будет спать, и шанс того, что он меня заметит, намного ниже. Я сейчас просто припаркую тачку где-нибудь здесь. Капец, как только это тяжело сделать. Фура просто гигантских размеров. Я сейчас тут все разломаю. Человек-паук точно меня услышит, выйдет и уберет все свои тачки куда-нибудь подальше. Ну все, вроде я, ребят, сейчас заеду спокойненько. Так, давай, давай, поворачивай, блин. Все, хорошо, ребят. Сейчас главное затолкнуть наш прицеп вот туда подальше. Вот так вот примерно все. Хорошо. И просто припаркуемся где-нибудь здесь. Давайте пока что посмотрим вообще, как выглядит дом Человека-паука. Такая, знаете, небольшая вилла, находящаяся, как я и говорил, в центре города. Это очень, блин, круто. Я бы хотел жить в таком районе. Это очень близко с центром. Ну, дома здесь стоят просто гигантских денег. Я думаю, вы прекрасно видите, что он тут вообще один такой. Ух ты, блин, я уже вижу эти тачки. Офигеть, ребята, там у нас синий гелик. Синий гелик. Господи, ну ладно. А это что у нас там такое? По-моему, это Ламборгини, ребята. Это, по-моему, Ламборгини Эгоиста. Офигеть, вот это улов. Ладно, давайте дождемся ночи и уже будем выдвигаться. Сейчас просто главное, чтобы нас не заметил Человек-паук, а то вся операция может сорваться. О, Барбос, привет, давай с тобой пока поиграем. Город засыпает, просыпается Майкл и идет в дом к Человеку-пауку. Ну что ж, ребята, время настало. Давайте будем забегать вовнутрь и смотреть, что у нас там такое. На первом этаже, по всей видимости, сидит охранник. Насколько я вижу, торчат чьи-то ноги. Серьезно, охранник, посмотри! Офигеть, блин! Так, вот этого я не предусмотрел. Если честно, придется, ребята, как-то из этого выкручиваться, потому что он сразу же видит, что я увожу тачки. Я вижу, что здесь у нас уже стоит Приора, блин! Что Приора делает у Человека-паука, я вообще не понимаю. Ну ладно, как бы... Странный вкус, конечно, ну да пофиг. О, это новенькая Тесла, ребята, вы просто посмотрите, синяя офигенная Тесла. Впервые вижу Теслу в синей раскраске, кстати. Так, охранник смотрит, не палимся. Там у нас гелик и та самая Ламборгини. Я предлагаю сейчас обижать дом вокруг, постараться как-нибудь, может, пролезть с заднего двора вовнутрь дома. Нужно будет вырубить этого охранника, и тогда мы сможем заполучить все эти тачки. Тихо-тихо, блин. Да-да-да, ребята, вон он сидит. Кстати, отсюда можно зайти вовнутрь. Тут у нас вот такие вот двери. Я думаю, что если мы пробежим через них, мы сможем спокойно сблизиться с охранником и как-нибудь его аккуратненько ударить, оглушить. Смотрите, здесь есть еще один проход вовнутрь. Давайте зайдем по нему. Попробуем посмотреть, что у нас в этой комнате. Это кухня, да. Кстати, на часах сейчас 11 вечера. Меня беспокоит, где находится Человек-паук. Что-то мне подсказывает, что он дома спит, либо на какой-то спецоперации. Самое главное, чтобы мы его сейчас не встретили, короче. Так, дверка, давай, закрывайся. Нам нужно этого охранника устранить. Он нам очень сильно мешает. Так, вон он сидит, хорошо. Сейчас, ребята, придется в него стрелять, короче. Так, выходим быстро. Вот так, получай! Все, отлично. Охранник устранен.
Так, теперь лучше пистолет возьму в руки, потому что Человек-паук может быть где-то очень рядом. Давайте осмотрим его дом. Вообще, что здесь есть интересного? Достаточно богато так все выглядит, если честно. Огромная гостиная. Здесь офисное помещение, так полагаю, для того, чтобы Человек-паук тут мог работать или, например, собраться вместе с Железным Человеком, так посидеть, пообсуждать, какие новые приколюхи нужно добавить в костюм. А здесь, офигеть, вот это я понимаю комната. Просто приколяйте, вот так вот сидишь тут на диване и смотришь на свои тачки. Ну и что-нибудь на телевизоре тоже подрубил, там в плойку в пятую играешь. Короче, офигенная такая комната, если честно. Давайте забираться выше на второй этаж, вот, отличненько. Главное сейчас реально не потревожь Человека-паука. Мне вот прям что-то кажется, что он дома все равно. Так, аккуратно заходим сюда. Тут туалет, я понял. А здесь комната. Так, вот тут уже надо очень аккуратно быть, потому что в одной из этих комнат может быть Человек-паук. Я не хочу, чтобы так получилось, что я выйду прямо на него. Ладно, побежали дальше. Но я должен, ребята, вам показать все комнаты. Вы хотите же их видеть 100%, как живет Человек-паук. Это очень интересно, когда он зарабатывает такие огромные бабки. Кстати, как думаете, сколько вообще зарабатывают Мстители? Вот пишите в комментариях ваши догадки. Так, заходим. Аккуратно надо открывать. Аккуратненько. Так, вроде ничего нет. Еще одна просто комната. Капец, зачем ему столько комнат, я не понимаю. Так, и последний. Вот! Чё, блин? Человек-паук танцует с какой-то... С девушкой какой-то. Тихо-тихо. Она меня сейчас заметит. Главное не выходить. Лина, ты что, Мэри Джейн? Они... Блин, серьезно, они стоят и танцуют. У них что тут, медленный танец, что ли? Он просто не заигрывает, стоит. Вы посмотрите. Все, ребята, это самый лучший шанс для того, чтобы отсюда уехать, забрать тачки, короче, и свалить. Пишите, что это за девушка. Может, это реально Мэри Джейн. Так, нас интересует больше всего вот то, что находится здесь. На улице. Забираем, ну давайте для начала заберем самое медленное ведро, которое тут есть. Вот такая вот приора, блин, посмотрим вообще, заведется она или нет. Да, завелась, хорошо. Отвозим ее, короче, за угол и грузим в наш погрузчик. Все тачки загружены, за исключением ламбы эгоисты. Она почему-то не подходит по габаритам и просто не залазит внутрь этой фуры. Это очень печально, но давайте мы ее где-нибудь с вами спрячем. Я предлагаю вот тут, например, во дворе. Я не думаю, что Человек-паук заметит, что его тачки украли, будет исходить где-то очень рядом. Он будет думать, что это какие-то реальные злодеи, которые увезли уже тачки далеко-далеко, а мы ее просто спрячем вот тут. Отлично. Все, погнали, короче, забирать нашу добычу, ребята. И прямо сейчас начнем уже тестировать тачки, которые мы собрали. Вы просто посмотрите на эту картину. Человек-паук там продолжает стоять танцевать, а мы просто увозим все его тачки. Ну все, ребята, вперед! Теперь осталось только где-нибудь спрятаться и посмотреть, на что способны все его машины. Я думаю, что они будут безумно быстрыми, но хотя бы часть из них. Понятно, что Приора вряд ли будет быстрой, потому что это Приора. Вообще, что она делает реально в гараже у Человека-паука? Что-то очень такое, знаете, непонятное. Ну все, я думаю, что мы достаточно далеко отъехали. Где-нибудь здесь можем выгрузиться. Вон, например, давайте вот тут. Хорошо. Просто вот очень становимся и посмотрим на его машины. Все, выгрузим их. И, пожалуй, давайте начнем с самой скучной. С Приоры. Почему бы нет? Ну, по внешке это просто Приора. Ничего необычного в ней нету. Кстати, по скорости тоже. Тачка набирает очень вяло. Вы посмотрите на это. Она вообще не едет, блин. 50 км в час набрала еле как. Ну давайте вот тут по прямой попробуем разогнаться, выжить максимально возможно из этой тачки. Блин, нет, я не могу так, ребят. Давайте мы ее сейчас с вами просто затюним. Сделаем максимальный тюнинг, который здесь возможен. Вот таким вот образом. Ух ты, блин, вот это я понимаю. Вот это хорошо. Вот так вот мне больше нравится приорка. Такие фары стали, блин. Вот теперь да. Теперь я понимаю, почему на этой тачке можно покататься. Разгоняться стало она намного лучше. Вы просто посмотрите, как гонит, блин. 160, 170, вообще спокойно. Просто так по городу. Кстати, управляется машина тоже очень хорошо. Несмотря на то, что это Приора, управление реально просто отличное. Заносит ее еще так просто, ребят, шикарно. Ладненько, я понял. В принципе, тачка такая неплохая, но все равно это Приора. Я думаю, вы понимаете, что ждать от нее чего-то такого необычного вообще не стоит. Вон, давайте сюда. Вот так вот просто тест-драйв такой, ребята, краш-тест у нас. Слушайте, не ломается? Блин, прочная Приора? А нет, вон, маленько поцарапалась. Давайте еще сюда вот так вот задом просто врежемся. Посмотрим, что там отпало что-нибудь. Слушайте, я думал, что пол машины отвалится, потому что это все-таки Приора, блин. А нет, нифига подобного. Она держит удар прям хорошо, хорошо. Мне нравится. Ну ладно, ребят, Приора где-то, знаете, на, я думаю, 6 на 5 из 10. В принципе, из-за тюнинга вот 6 из 10 пусть будет, потому что тюнинг здесь реально прикольный. Следующим протестируем гелик. Вот такой синий. Вообще, впервые, ребята, катаюсь на синем Гелендвагене. Мне кажется, этот цвет ему совершенно не подходит. Но вот едет гелик уже намного лучше Приоры. Это даже в стоке гелик, но это AMG, да, у нас Гелендваген? Да, AMG гелик.
просто шикарно, слушайте, разгоняется он отлично. Я думаю, что если его еще затюнинговать, то он будет ехать, ну, просто отменно. Вот так вот по прямой разгоняемся. Туда же в горочку немного, но все равно 200 вообще выжимаем спокойно. Оп, тормоза, тормоза, тормоза. Тормозов нету, спасибо. Мерседес, завезите, пожалуйста, тормоза на гелик. Все, спасибо. Больше я не буду его брать, если тут не будет тормозов. Ну, давайте затюним, может, реально с тюнингом будет лучше. Все-таки тачка такая неплохая, знаете. Посмотрим сейчас, что получится, если мы сделаем тюнинг. О, какие ужасные колеса просто. Вот сюда они не подходят. Вот обычные, да, отлично. Смотрим на разгон сейчас. Слушайте, да тут где-то 3,5, мне кажется, примерно получилось до сотки. Но тут небольшая горочка, правда. Ну, давайте посмотрим. 1, 2, 3. Поехали. 1, 2, 3. Ну, 3,5 где-то. 3-3,5, мне кажется. Это очень неплохо. Так, и теперь тормоза какие? Вот сейчас лучше. Вот сейчас намного лучше тормоза стали. Вот на таком вот гелике можно покататься. А то, когда едешь на стоковых тормозах, машина же здоровая, блин, тяжелая. И просто невозможно остановиться на огромной скорости. Вот это прям реально невозможно. А вот так вот спокойненько можно реально покататься. Только он управляется хуже, чем Приора, кстати. На секунду. Ну, потому что, во-первых, едет быстрее. А во-вторых, он тяжелый. Реально тяжелый. Ну, если скорость больше 250, тормозит он все равно не очень круто. Следующая на тесте, самая подходящая к моим шортам машина, Lamborghini Egoista, красного цвета, на красных катках, просто с таким вот красным люком. Ну что ж, поехали вперед, посмотрим, как она гонит. Я могу сказать, что она реально офигенно гонит уже, просто на старте. Посмотрите, ух ты, блин! Как ехать? У меня вопрос, как на ней ехать? Она разгоняется просто моментально, вы посмотрите. Что за прикол, я не могу ее просто даже держать на дороге. Оп, тормозим аккуратно, блин. Это 100% самая быстрая тачка из всех, что мы сейчас с вами нашли. Это прям 200%. Осталось у нас еще там Тесла на обзор, но мне кажется, Тесла ее не обгонит 100%. Вы просто посмотрите, как она едет. Так, сейчас мы вот сюда напрямую выйдем и попробуем газануть. Че, блин? Капец. Что, куда там, куда тачка улетела? Че за жесть вообще? Эй, мы застряли? Что такое вообще? Так, ладно, погнали отсюда. Я просто всех сбиваю нафиг. Так, ладно, попробуем сейчас ускориться. Еще разочек. Я не могу, ребята. Она до 300 набирает меньше, чем за 2 секунды. Посмотрите. Вот вы видите это? О, капец, прям очень жестко, очень жестко. Я, ребята, давно не катался реально таких быстрых тачек. Наверное, уже пару месяцев точно. Это самая быстрая машина за все последние выпуски, которая была... Офигеть, и самая неуправляемая, кстати, потому что она вообще не управляется, она вообще не тормозит. Ну, как бы так, тормозит относительно, но вот не управляется, это 100%. Ее просто закидывает. Давай гоним. Капец, короче, на этой машине, ребят, передвигаться можно только таким образом. Перелетами, врезаниями в камни, не знаю, там, в соседние тачки. Хотя, в принципе, на гонках, я думаю, такая машина бы смогла спокойно обойти, там, самых быстрых гонщиков. Я, кстати, не затюнил ламбу, но, думаю, в этом вообще не было смысла, потому что тачка и так очень быстро ехала. Давайте сейчас заценим Теслу, последнюю тачку Человека-паука. Кстати, просто отлично гонит, управляется тоже не очень хорошо. Короче, из всех самое лучшее управление была Приора, но вот Тесла разгоняется тоже шикарно. На втором месте по разгону она после Lamborghini Egoista, но она удобнее даже, чем, кстати, Ламба, если честно. На ней можно спокойно передвигаться. Слушай, прикольно. Кстати, я предлагаю, может быть, заценить вообще автопилот этой Теслы. Все-таки, ребята, это Тесла, и, как вы знаете, у Теслы есть функция автопилота. Давайте вот тут остановимся сейчас и посмотрим, доступен ли он сейчас на ней. Это все-таки новая модель. Давайте куда-нибудь вот сюда, что ли. Я думаю, этого будет достаточно. Сколько здесь? 3 километра, наверное. Посмотрим, что у нас там по автопилоту, блин. Так, она едет, ребят. Едет сама. Так, хорошо, я ничего не делаю, 50 км в час, она сама гонит вообще, ребята, убрал руки, если что, от компьютера. Вот они у меня тут, ребят, могу пощелкать ими даже. Сама передвигается. Так, а можно как-то побыстрее это я могу ее управлять вообще? Нет, вот я пытаюсь сейчас нажать и вообще никак не реагирую, то есть тачка едет совершенно сама. Не может обогнать эту фуру, блин, давайте мы фуру удалим, потому что фура мешает, мне кажется, ей. Ух ты, нифига, блин. Просто погнала сразу же 100 км в час максималку, 99 держит. Ну да, автопилот не будет так быстро гнать, как ну, тот же самый обычный водитель. Там, кстати, кто-то спереди пытается угнать машину, насколько я вижу. Да, посмотрите, просто там тоже в ряд так въехал. Блин, вообще спокойненько, ребята, едем с вами на автопилоте. Слушайте, мне это нравится. Вот это, наверное, самая комфортная тачка для водителя. Что тут происходит? Вы только мой тест не сломайте. Что творится? Чё это такое, блин? Чё за бред? Я понять не могу. Что вообще? Это Тесла делает?
Стоп, это что творится вообще? Вы мне объясните, ребят? Типа, GTA, там все в порядке? Так, ладно, я понял, короче, ребят. Просто спим, короче, за рулем, едем спокойненько, отдыхаем. Просто тачки улетают. Чё за бред вообще? Вот так вот аккуратненько будем ехать 90, короче, ребята. И я думаю, что за пару минут достигнем нашей метки. Ну что ж, я надеюсь, что сегодняшний ролик вам понравился, ребят. Если это так, не забудьте прямо сейчас лепить лайкос обязательно. Конечно же, подписывайтесь на канал. И, само собой, нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть все ролики самым-самым первым, ребята. И как только мы наберем 5000 лайков, кстати, я запишу, как уже вам говорил, ролик, где мы украдем тачки Железного Человека. Поэтому обязательно ставьте лайкос. Ну что ж, я желаю вам всем удачи, призраки, и жду на следующем ролике. Пока-пока-пока. Пока!